И добавлю немножко пару слов об этом мыле. Хотела сделать под музыку, но не сдержалась душа поэта. Вот вот мыло. Так, я перепутала. Здесь должно быть сандаловое, здесь должно быть розовое мыло. Вот розовое мыло я брала совсем недавно, когда ездила на ретрит. Я брала с собой вот этот кусочек. Ну, не вот этот, вот этот, вот, вот то, что от него осталось. Это вот за 3 недели использования каждодневного. Я приехала, я еще дома им пользовалась. И это мыло, оно на всю неделю, которую оно было со мной, оно мне подарило не только приятный аромат кожи, но также очень приятный аромат комнаты, в которой я жила. У нас была такая одна большая комната, в которой были разделены ниши бамбуковыми перекладками и были занавески. Вот я в свою нишу положила это мыло, то есть я его туда ложила на бумажку, купалась, потом приносила обратно. И когда открываешь дверь в нашу комнату, каждого, кто туда заходил, обволакивал нежный, приятный аромат розы. Это вот один из самых любимых ароматов из мыла Мадам Хенг, который мне нравится в этой коллекции. Сандал тоже он такой специфический, но он более мужской запах. И мята, она тоже такой у нее получается, очень свежий, освежающий запах. И мятное мыло очень хорошо как раз-таки использовать летом, когда жарко, оно здорово охлаждает кожу и дает легкую прохладу. И свежесть кожи на весь день. Оно не дает обильную пену, оно быстро смыливается, это, в этом, конечно, его большой минус. Но тот месяц, который вы будете его использовать, вы просто будете каждый день, когда будете его наносить, будете ощущать блаженство. Это как спа-процедура у себя дома. То есть мыло, которое не только очищает кожу, но он также питает, увлажняет и ароматизирует. Это то, за что я люблю тайское мыло. Вообще, и мыло от компании Мадам Хенг в частности.